Всем привет, с вами профессор Гуглов. Небезызвестная группа Queen как-то спросила, кто хочет жить вечно? Ответила лишь маленькая желатинообразная гидра. Я хочу. Похоже, что эта тварь бессмертна. Если она теряет свои щупальца, они прирастают обратно. Разрубите гидру надвое, вы получите две новые. Возьмите сотню гидр, разделите их на отдельные клетки, перемешайте и соедините вместе. Невероятно, но получившаяся масса вновь породит гидр. Ее не так-то просто убить, но может быть только огнем или кислотой. Однажды ученые поместили 60 особей в запечатанные клетки. Через 1, 2, 3 и даже 4 года с ними ничего не случилось. Выглядели как новенькие. Это подозрительно продолжительное время жизни для такого крошечного существа, так как обычно, чем меньше существо, тем короче его жизнь. Похоже, у гидры есть чит. Она теряет клетки и снова собирает свое тело каждые пару недель. То есть гидра возрождается вновь и вновь. Это просто потрясающе. На этом у меня все, с вами был профессор Гуглов. И если вы хотите стать бессмертными, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Увидимся!